это тупик. Привет всем! Вы на канале Юра Тревел. Мы продолжаем путешествовать по Испании. В настоящий момент мы находимся в Лорет-де-Мар. И сегодня мы идем на пляж Санта-Кристина. Заодно посмотрим капеллу Санта-Кристина. Там есть обзорная площадка. Ну и все это пешком. Нам идти примерно по времени полчаса. Это приблизительно 2,8 километра. Пешком туда в горку. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Проходим сады Клотильды. И нам еще идти примерно километр. По дороге вам встретится дорога на пляж Паэ-де-Эла. Один из самых чистых пляжей. Ну а мы идем. Ну а мы идем на пляж Санта-Кристина. Там уже находится капелла Санта-Кристина и обзорная площадка. Ну и вот поворот на Санта-Кристина. Вдалеке уже виден храм. И мы спускаемся к пляжу. Здесь есть ниже немножко проехать, если вперед, буквально несколько метров. Есть стоянка. Вот. Здесь указано, стоянка работает до 9 часов. €7. Там более старые, по-моему, деревья, там повыше. €7. Ну сколько бы ты ни получал, все равно вот заплати за стоянку €7. €7 за лежак, €7 за зонтик. Если у вас 4 человека, 3, посчитайте свои расходы. Каждый день? Да. Ну, так же, как и на Финалс, на пляже. Лежак сколько стоит у нас? На Финалс лежак 6,50 зонтик. И €7. Как-то странно, обычно продают, ну вот на всех пляжах, сколько мы ездим, продают зонт с лежаком, тут за каждый чих дерут. Ну, правда, можно взять бесплатно, зонты так гадовать. Ну, только один раз мы видели с тобой. Ну, храма Санта-Кристина. Так вот, тут открывается великолепный вид на пляж Санта-Кристина. Только что вернулись. Пожалуй, самый симпатичный пляж Лорет-де-Мар. На мой взгляд, самый интересный. Единение с природой хотя бы есть. Здесь по соседству этот пляж переходит уже в пляж отеля Санта-Кристина. Хотя он и большой, и народу не так много, но он нам почему-то меньше понравился.
чем маленькая бухточка-то. Ну и храм Санта Кристина. Солнечные часы. А сейчас показывают почему-то 12, где-то 50. Или час 10. Хотя на самом деле уже третий час. Надо посмотреть. Тут такое окошечко есть. Церкви. Темно. Вижу кораблики. Достаточно интересно. Но почему-то все время закрыто. Тенечек еще не занят. Где мы здесь сядем? Ну, то ли от того, что он удален, этот пляж, и сюда далеко добираться, народу тут не очень много. Народ еще куда-то вон там, видишь, ползет. Да. Наверное, бухта. Видишь, стоимость лежака 6 евро, стоимость зонтика 6 евро. Пляж чистый. Yeah.
What kind of fish? What's name? Barracuda. Barracuda? Barracuda. This? To stick? Yeah. Good.